А тем временем у 4000 ангарчан арестованы пенсии. Ограничения на социальные выплаты наложили судебные приставы. На руки пенсионеры получают лишь часть денег. Остальное идет на принудительное погашение долгов, кредитов, коммунальных платежей и алиментов. Общая сумма задолженности за июль составила 16 миллионов рублей. По закону судебные приставы вправе удерживать до 50% доходов, будь то заработная плата, пенсии или пособия.